Сегодня мы вам продемонстрируем программу ВИШ, которая направлена на коррекцию возрастных изменений. Процедуру можно делать с 45 лет. Она тонизирует, омолаживает, подтягивает контур лица, а также обладает осветляющим действием и омолаживающим. Следующим этапом мы будем наносить тоник, который доочистит кожу, увлажняет и тонизирует. Следующий этап – это нанесение противовозрастного эксфолиатора, который будет стимулировать кожу, осветлять ее и омолаживать. Следующий этап нанесения – это омолаживающая сыворотка. Сверху будет потом микроэмульсия, по которой мы будем делать массаж. И вместе они будут как бы сочетаться и работать на омолаживание. Следующий этап – это нанесение микроэмульсии, по которой мы будем делать массаж. Микроэмульсия подтягивает тургор кожи, также сокращает морщинки. Эмульсию после массажа можно не смывать, и поверх нее нанесем масочку. Маска у нас укрепляющая, тонизирующая. На этом этапе мы могли бы завершить процедуру и нанести финишный препарат, но также мы можем продолжить процедуру нанесением альгинатной маски, чтобы еще более усилить эффект тургора и омоложения.
После маски мы наносим подтягивающую сыворотку вокруг глаз и шеи. И будет финиш крем дневной SPF 12. Кожа возрастная, поэтому нужен регулярный уход не только в салоне, но и дома. О домашнем уходе мы поговорим с Валентиной отдельно, потом мы вам расскажем.